Санаторий «Знание» уже известен горожанам как самый доступный санаторно-курортный объект для отдыха и лечения. Здесь регулярно действуют акции для сочинцев, которым так же, как и жителям других регионов, необходимо регулярно проверять свое здоровье и проводить отпуск с пользой. На этот раз руководство «Знания» предлагает сочинцам пройти полную лабораторную функциональную диагностику организма с 30% скидкой. Клинические и биохимические исследования, напоминают специалисты, позволяют оценить работу всех органов и всего организма в целом. Гормоны, онкомаркеры, биохимия, ревматология, иммунология, гепатиты, респираторные инфекции, аллергены. И это только половина направлений, по которым можно определить состояние своего здоровья в этом санатории. 30% скидка действует и на УЗИ всех органов. В целом, после данной диагностики можно обратиться к специалисту и получить соответствующую консультацию по общему состоянию. Специалисты у нас хорошо обучены, имеют кандидатские, толковые. То есть они уже достаточно длительный период работают. Хорошая аппаратура премиум-класса, которая позволяет найти всевозможные изменения. Процедуру, которую может прописать врач, можно пройти в самом санатории «Знания». Массу услуг предлагает кабинет физиотерапии. Здесь и соляная пещера, и магнитотурбатрон, и лимфодренаж. Лимфодренаж предназначен для ног, для вен, профилактика варикоза, снимает отеки, профилактика тромбоза, целлюлит. И так далее. Вытяжение позвоночника, у кого проблемы именно с позвоночником, хондрозы, шейного отдела. Судя по наблюдениям врачей, сочинцы обычно испытывают проблемы с пищеварением, жалуются на хронический недосып, скачки давления, разбитое состояние и постоянную усталость. Лечебная база «Знания» полностью открыта для горожан, отмечают в санатории. С помощью уже спецпредложений, которых всегда масса в период низкого сезона, она становится еще более доступной. Медперсонал «Знания» использует весь богатейший опыт советской и российской курортологии, который позволяет в короткие сроки добиться нужного результата. Для качественного отдыха и лечения важна и окружающая среда. «Знания» расположен в 150 метрах от моря и окружен вечнозеленым парком, за счет чего воздух здесь насыщен ионами, благотворно воздействующими на организм. Акция «Диагностика со скидкой» в санаторно-курортном комплексе действует до конца марта. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.